Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас джемпер с капюшоном, мотиватор вот была вот эта вот девушка, вот этот вот мой зеленый джемпер, мой, слышите, это не мой, это было как бы изначально посыл был именно от этого. Я еще спрашивала в Инстаграме у девчонок, ну в общем... Это идейный мой вдохновитель. Значит, моя версия, в общем, такая вот моя версия этого джемпера, потому что его многие просили, и я давно тоже его хотела связать. Вот, вязала я, девчонки, из пряжи Ализе Махер Классик. Купить пряжу, идеально подходящую для вашего будущего вязаного шедевра, можно без лишних хлопот. Достаточно просто посетить наш интернет-магазин. Вас ждет широкий выбор разнообразной пряжи. В ассортименте нашего интернет-магазина представлена пряжа хорошего качества, таких проверенных тысячами клиентов-производителей, как Ализе и Ярнард. Мы внимательны к каждому клиенту. Мы бережно и с любовью упаковываем все ваши посылки. Мы оповещаем вас об акциях, скидках и пополнении ассортимента. Мы хотим вдохновлять вас. Мы хотим быть лучше для вас, наших любимых клиентов. Чтобы купить пряжу, обращайтесь к нам. Вещи, связанные с нашей пряжей, будут очень удобными, теплыми, уютными. Будут носиться долго и станут главным украшением гардероба каждого нашего клиента. Покупать пряжу для вязания у нас удобно и надежно. Доставка осуществляется новой укрпочтой по всей Украине. Ушло, думала, уйдет больше, но ушло у меня ровно упаковка, как раз тютелька в тютельку, и что-то там чуть-чуть маленько осталось. Вот, поэтому размер получился, вот я ориентировочно вам нарисовала, вот ширина рукавов от до 165 сантиметров, 64 длина, а ширина около 65 сантиметров, 65, по-моему, сантиметров, я там вроде бы как... На 70 считала, ну по итогу у меня получилось 65. Сейчас, если найду свои еще записи, потому что сейчас я доснимаю кусочек. 70 сантиметров, ну по итогу, видите, у меня оно сдрыснулось на 65. Что далее? Значит, сказала, упаковка, спица 4,5 миллиметра. Дальше пойдет это все разрисовка. Это просто предварительная запись начала, как бы. Вот. Сказала, да, про плотность это все в процессе, все будет оговорено. Начинаем. Вот интересный очень способ вязания, девчонки, вяжем сверху и вниз. Все расчеты, все вы сможете адаптировать под себя. Ни единого шва у нас здесь нет. Все у нас четко от начала до конца, без швов, одним полотном и на ваш размер. Поэтому капюшон вот начинаете вы точно так же, как и я. Далее вы считаете свое, либо продолжаете по моему размеру, если вам подходят вот эти вот циферки, которые я озвучила. Значит, капюшон, вот сейчас я покажу вам саму подгибку, как я делала подгибку. Значит, начинала вязание, набрала 117 петель и 8 рядов, потому что вот этого куска видео у меня нет. 8 рядов провязала чулочной вязкой, потом сделала эту подгибку, которую я вам сейчас покажу, и далее мы уже вяжем по тому видео, которое у меня снято. В общем, такой вот джемпер. Может, вы сможете как бы его сделать и узким, и широким, и длинным, и большое такое худи. Ну, в общем, не бойтесь ничего, девчонки. Один раз вот этот способ попробуйте, и он очень-очень удобный. Вот, и адаптативный, наверное, под любой размер. То есть его адаптировать очень легко. В общем, набрала 117 петель, провязала 8 рядов. Далее показываю подгибку и вяжем далее весь джемпер. Итак, 8 рядов. Ну, здесь это 8 рядов, это по-другому выглядит, конечно. Сейчас мы об этом, о плотности вязания, обо всем поговорим. Я просто начинаю, показываю вам. Значит, первую петлю мы снимаем и начиная со второй петли. Я снимаю петлю и далее, вот смотрите, под ней вот эту вот петелечку можно вот так вот. Видите, я ее продеваю и переношу сюда, возвращаю на левую спицу и провязываю вместе. Теперь оно уже будет вот как бы здесь. Снова следующую снимаю, вот эту вот следующую петелечку поддеваю. И вместе провязываю. Смотрите, следующая, вот она,
провязываю. Итак, я просто решила показать отдельно, потому что там все-таки пряжа махеровая, и оно не очень четко видно, да, вот этот вот такой моментик. Поэтому, думаю, покажу я вам. Вот получается вот такая вот подгибка, красивая, оно очень красиво получается. Видите, здесь далее у нас идет чулочная гладь, и вот оно как бы списывается все, как вроде бы так здесь и было. Значит, теперь, девчонки, по поводу спицы, какой номер спиц я использовала. 4,5, наверное. Да, 4,5 у меня миллиметра. Плотность вязания еще не обработала. Давайте я вам потом, после обработки вот этого капюшона. Сейчас я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. О, 40 рядов. Как прекрасно. Значит, вяжу 40 рядов. Где у меня средина? Здесь у меня 40 рядов. И 41 ряда я начинаю вот здесь, вот в каждом лицевом ряду провязывать по 3 вместе. Раз 5, может быть. Сейчас посмотрим. Итак, у меня всего 117 петель. Мне нужно отделить среднее 3. 117 минус 3 это 114, и делим 114 на 2, это по 107 петель у нас до вот этого. Здесь 107, ой, 57, девчонки, какие 107, 57, и здесь 57 петель. Так, значит, я провязываю сейчас 57 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Так, я еще здесь посчитаю. Проверю. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать семь, двадцать восемь, пятьдесят семь, все правильно. И вот центральные 3 я провязываю 3 вместе. И я не меняю местами ничего, я просто вот так вот звездочкой и провязываю. Вы знаете, мне больше нравится изнаночная гладь здесь почему-то. Пух в основном уходит на изнанку. Я вот сейчас я еще довяжу капюшон и решу, где я хочу лицевую сторону. Что-то у меня не совсем я определилась. Мне больше нравится изнаночная сторона, но знаю, что девчонкам она не очень нравится, не у всех получается ее, чтобы она была не корявая. Вот, поэтому я думаю, в принципе, это каждый может изменить по-своему. Ну, в общем, смотрите, сейчас я продолжаю вязать в каждом лицевом ряду вот здесь вот. Следующие будут вот так вот. Вот это будет средняя 3 вместе. Итак, я закрыла, вот смотрите, 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. То есть я провязала 10 рядов еще. И теперь складываю пополам. Все-таки лицевую сторону решила я по классике сделать. Может, и пожалею потом, но, значит, лицевой стороной вовнутрь. Складываю пополам и буду закрывать крючком. Беру одну петлю с одной спицы, вторую со второй, и провязываем. Можно, конечно же, сшить петля в петлю иглой, но я предполагаю, что это очень простая модель, и она очень будет удобна для новичков. Кто предпочитает иглой и умеет это делать, пожалуйста, сшиваем иглой.
Так, приближаемся к финалу. Здесь одна петля центральная будет, вот она на ближней спице у меня находится. Так, и вот мы ее закрываем. Сейчас что я... Ого, ничего себе! Сейчас я это все дело пропарю. Мне нужно знать сейчас реальную как бы плотность вязания на большом полотне. Ну, то есть не на маленьком образце. Я для начала связала маленький, вот рассчитала приблизительно капюшон. На капюшоне плюс-минус там пару сантиметров до 5, это не страшно. Вот поэтому сейчас мы определим плотность на большой детали. Я вам ее озвучу. Так. Так. Проутюживаю. Меряем, чтобы сразу не отходя от кассы. Значит, высота капюшона 40 сантиметров. То есть вот длину вот это все дело 80 сантиметров. Плотность нашего вязания 10 сантиметров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. 14 петель, 10 сантиметров высоту. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Высоту 16 петель, 10 сантиметров, 16 рядов. Так, вот наша плотность, девчонки. Так, что у нас в глубину получилось? Высоту 40 сантиметров, а в глубину 30. То есть, вот это вот. Тут у нас 30 сантиметров. Теперь мне нужна ширина спинки, вот спущенный рукав, теперь мы пляшем от этого. Ширина всего изделия у меня будет, девчонки, буду большим рисовать, 70 сантиметров. Это у меня 98 петель по моей плотности. Далее здесь у меня за спинку будет спинка прикреплена к задней части капюшона. Сейчас я все вам буду показывать, не пугайтесь. Вернее, я чуть не так нарисовала. Так, не так, все равно не так. Вот уже. Ладно, значит, вот здесь у нас будет прикреплено к капюшону. Здесь у нас шов капюшона. И вот эта вот часть будет составлять 22 петли. 22 петли, то есть минус... Эти 22 петли, даже если вы будете менять размер, я бы оставила эту часть. Минус 22 петли, 6, 7. И делим на 2, 30, ой, 38 петель. Правильно? Правильно. Значит, что это значит? Что здесь у нас 22 петли, здесь 38, и здесь 38. Так. Что мы делаем здесь сейчас? Мы отделяем вот эти 22 петли на капюшоне. Для этого 11 у нас уходит от шва вправо, 11 влево. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Вот она, первая петля. И сюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. И вторая петля. Теперь сначала набираем 38 дополнительных петель. Делаем, вот я уже сделала петельку. 1. Тем же способом. 2, 3, 4, 5, 6. Восемь, три,
38. И теперь отсюда маркер я снимаю. Я набираю 22 петли по капюшону. Из кромочной 1 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Есть, снимаю. Теперь с другой стороны, это наше плечо. То есть здесь у нас 38 петель плечо, горловина, второе плечо. 38 петель я набираю. 2, 3, 4, 5, 7, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Есть. Все, наши 98 петель. И теперь мы поворачиваемся. Здесь мы находимся на изнаночном ряду. И здесь мы вяжем ряд изнаночный. Далее у нас лицевой. Все, и продолжаем чулочной гладью вязать нашу спинку. Вот, мы набрали петли и вяжем чулочной гладью ровно до проймы. В принципе, это сейчас мы вяжем. Так, ну и здесь я провязала, девчонки, где-то 10 сантиметров ровного вот этого полотна. Это полотно у нас пойдет к спинке. Вот оно. Видите, оно прикреплено за капюшончик. Вот. И теперь я это все дело оставляю. И буду набирать петли по плечу для передней детали. То есть сейчас я буду вязать переднюю деталь. Для нее вот сейчас я откручу, поменяю спицы. Эти петли спинки оставляю на леске. То есть пока я их не вяжу, я потом уже вместе с передней деталью буду довязывать, чтобы в параллель вязать, чтобы это все было ровненько. Вот, и потом соединять в пройме. Данное именно сейчас я буду набирать петли по петлям плеча спинки для передней детали. Так, сейчас переворачиваю схему, потому что сейчас мы, в принципе, остается впереди нас спиночка, и по плечу мы набираем вот петли. Сейчас у нас правое плечо, и то же количество петель, которые я набрала для спинки по плечу, то же количество петель я набираю по передней детали. До конца набираем все петли. Тридцать пять петель. Все точно так же, как мы набирали. Теперь я поворачиваю, вяжем изнаночный ряд. И вяжу те же самые петли плеча. Точно так же передней детали, только отдельно.
Так, довязываем изнаночный ряд. Так, и поворачиваем на лицевой ряд. Что мы делаем дальше? Сейчас мы будем вывязывать вырез горловины, то есть мы будем формировать горловину. То есть мы вяжем полочку, при этом прикрепляя ее к капюшону, и формируем тем самым горловину нашу. По центру у нас должно быть 22 петли добавлено, чтобы сравнять спинку и переднюю деталь. Так, первое, что мы делаем запах капюшона, 4 кромочные, скрепляем, то есть накладываем друг на дружку и скрепляем маркером. Вот, эти петли у нас должны быть, ну, то есть сформировать наш запах и находить, как бы, накладываться друг на друга. Вот. И здесь у нас будет 4 петли, которые будут ровно. То есть пляшем мы отсюда. Всего нам нужно добавить 22 петли. 4 у нас по центру. Значит, от центра я отсчитываю 9 петель. То есть отсчитываю 9 кромочные, это значит, что это будет 9 наших добавленных петель. 9 петель с одной стороны и 9 петель с другой стороны. Это будет 18 петель плюс 4 по центру. Это будет 22 петли, которые нам нужно будет добавить, наши 22 петли. То есть, еще раз, маркером мы обозначили центральные петли, которые у нас будут 4 формировать запах, и плюс еще 9 петель, которые нам нужно добавить до общего количества петель. Все остальные кромочные, которые у нас есть, мы будем провязывать, не добавляя. Сейчас все вам расскажу и покажу, и все мы совсем мы разберемся. Сейчас вяжу лицевой ряд. Довязываю до конца ряда, последнюю петлю снимаю, подцепляю кромочную за одну стеночку, за ближнюю ко мне, одеваю на левую спицу, переснимаю кромочную и провязываю их вместе. То есть я прикрепила эту полочку к детали капюшона, при этом не добавив петли, я их провязала 2 вместе, петли я не добавила. Поворачиваюсь и вяжу изнаночную, изнаночный ряд без изменений. Так, смотрим, у нас тут стык, он почти не виден. То есть это наша линия плеча, следующий лицевой ряд. Вяжем до конца, в конце мы снова присоединяем.
Так, здесь последнюю петлю переснимаем, поднимаем кромочную, возвращаем петлю и провязываем их вместе. И таким образом мы продвигаемся до маркера, то есть все петли до маркера мы присоединяем, не добавляя, то есть провязываем 2 петли вместе. И вот так вот у нас получается вот такое вот как бы продвижение ровное. Это, смотрите, ровненько, мы присоединяемся ровно. И мы дошли до маркера. От маркера мы будем петли добавлять и формировать вот этот вот вырез. Значит, каким образом? Смотрите, мы вяжем лицевой ряд до конца без изменений. Точно так же ничего не меняем. Только в конце мы будем не провязывать 2 вместе, а добавлять петлю. Тем самым добавляя дополнительную петлю и формируя вырез горловины. Завязываю до конца, провязываю, в этот раз провязываю последнюю петлю и из кромочной вывязываю дополнительную петлю. Тем самым я добавила одну петлю. Поворачиваюсь и вяжу изнаночный ряд без изменений. Продолжаю таким вот образом до следующего маркера. То есть здесь я добавляю 9 петель, те, которые мы с вами считали. Вот, они у нас добавятся из каждой кромочной по одной петле. Следующий лицевой ряд. Так, снова я довязала до кромочной петли и из нее добавляю одну дополнительную петлю. Поворачиваемся и вяжем до следующего маркера. Так, девчонки, смотрите, довязала я, добавила 9 петель и приблизилась к этому второму маркеру. Здесь я доберу эти 4 петли, значит, цепляю за обе как бы части, деваю в первую кромочную, здесь у меня это, далее во вторую, как бы деталь, да, и вытаскиваю петлю сквозь эти 2, 3 и 4. Так, все, смотрите, видите, у нас получился вырез на переднюю деталь.
красиво, и уже мы захватили этими четырьмя петлями горловинку. Так, оторвала. Теперь что мне нужно? Теперь мне нужно вторую полочку. Теперь здесь мы начинаем. Вот она. Смотрите, вторая часть капюшона. Здесь мы тоже сейчас отсчитываем просто 9 кромочных. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот она, девятая. Четыре мы уже не отсчитываем. Вот они у нас есть. И привязываем нить вот в этот раз со стороны капюшона, девчонки. Раз. Набираем снова точно так же петли. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, четыре, двадцать пять. 8 петель я набрала. Теперь вяжу точно так же. Теперь же я буду присоединять петли в изнаночном ряду. Значит, так, не туда. Вот всегда я начну с этого кончика. Так, здесь мы цепляем в изнаночном ряду, значит, последнюю петлю пересняли, кромочную подняли и изнаночной провязали. Нить оставляем здесь, поворачиваем. Лицевой ряд вяжем просто в следующем изнаночном, вот присоединяем точно так же, как и там, до маркера, а далее будем добавлять. Так, ну и смотрите, я приблизилась к маркеру. Давайте я вам так покажу. Так, здесь снимаю маркер и изнаночной петлей добавляю петлю. Все точно так же, как и на второй половинке. Просто это все у нас происходит здесь в изнаночном ряду. И вот так вот изнаночной петлей я добавляю. И продвигаюсь сюда к стыку. Вот у меня вторая полочка. Могу вам развернуть, показать. Значит, вот сюда я продвигаюсь. Так, девчули мои, смотрите, я сейчас довязываю. Это уже все 9 я присоединила. И сейчас просто соединю в изнаночном ряду. Это уже как бы, сейчас я вам покажу, 9-я, последняя. И это уже следующий, ну, то есть,
девятую последнюю я присоединила, и еще провязала лицевой ряд. Вот. Да. И изнаночный, вот она последняя была, девятая. И теперь я просто присоединяю вторую половину уже и вяжу все вместе. Сейчас довяжу до ряда, до конца ряда. Вот видите, вот она горловинка, я присоединила и вяжу переднюю, и еще довязываю заднюю. Все я вам скажу, на манекене покажу, потому что здесь пойдет немножечко смещение. Вот. Но это я вам покажу на манекене, чтобы вам было понятно. Вы же будете мерить на себя. Все будет классно. Сейчас довяжу до конца ряд и покажу вам, что у меня здесь, как оно все выглядит сейчас на данном этапе, чтобы вы понимали. Так, смотрите, вот она, передняя деталь. Я ее соединила уже, у меня, видите, капюшон, горловинка здесь у нас вывязалась. Прекрасная такая, красивая, аккуратная. Никаких швов, никаких уплотнений. Все у нас очень красиво и хорошо. Значит, это передняя деталь, я ее туда вяжу. Сзади у нас здесь задняя деталь, я ее туда вяжу. В общем, обе детальки я довяжу и вам скажу, померяю на манекен, скажу, сколько я связала рядов. Переднюю деталь в общей сложности и заднюю. Так, девчонки, смотрим на манекене. Вот что я хотела вам показать. Вот этот стык, он находится не в середине плеча, а уходит немного назад. Смотрите, даже такой этот. Так, спинка, вторая деталь тоже. То есть таким образом оно и образует здесь красивую горловинку. Так, здесь по переду показываю вам. Все очень классно село, прекрасно, прям смотрите, идеально. Вот, сейчас по рядам, да, и довязала я до проймы, рукав у нас широкий, поэтому пройма тоже достаточно низко. И хорошо спущенный рукав. Ну, все как мы хотели, я во всяком случае пока. Вот. Так, сейчас я вам посчитаю ряды, вот на несколько рядов передняя деталь длиннее. Это я, кстати, уже разутюжила, чтобы хоть приблизительно понимать форму, как это все выглядит. Итак, что у меня здесь? Давайте новый рисунок начнем. Спинка у меня 56, 58, 59 рядов. 59 рядов. И передняя деталь. Я вот так вот нарисую, чтобы понятно было, где у нас спинка, где у нас передняя деталь. И передняя деталь 63 ряда. Не намного, видите? Всего лишь на 4 ряда передняя деталь у меня длиннее. Чуть-чуть. Вот. Значит, теперь мне нужно соединить это все дело в круговое вязание. Вот, кстати, слетели спицы. Сейчас я довяжу этот. А, это у меня, кстати, изнаночный ряд. В лицевом ряду будем соединять. Сейчас я провяжу рядочек лицевой и соединю.
Ой, последнюю петлю лицевой провязываю теперь. Беру петли спинки. Присоединяю. Будем дальше вязать в круговую, очень легко, просто лицевая петля, я же говорю, этот джемпер как по заказу для новичков, никаких узоров, хорошая пряжа, выглядит в итоге дорого-богато, без, при минимальных усилиях, ну, за счет эффекта, ну, эффектной модели и эффектной пряжи. Так, и теперь присоединяю здесь, ну, значит, что мне нужно? Мне нужно, я хочу перейти на вот эти вот спицы, девчонки, длиннее здесь лескача, или пусть будут эти, а может пусть будут, давайте, пусть будут короткие, там разберемся. Здесь присоединяем, и все, у меня получается круговое вязание. Вот смотрите, я соединила плечика, вот видим, да, ушло чуть-чуть. Так, и все, и теперь вяжу в круговую. Только теперь смотрите, видите, в круговую у нас пошло за верхнюю стеночку, за вот эту, не за дальнюю, потому что будет перекручено, что нам не нужно, а за вот эту переднюю, которая ближе к нам. И все, и пошла жара. Все, теперь вяжем по кругу, включаем любимый сериал или дискотеку 90-х, как я, и вяжем. Так, девчонки, провязала я 40 рядов, и теперь в сантиметрах, я вам сейчас скажу. Это 23 сантиметра. И теперь я перехожу на резинку 2 на 2. На тех же спицах, ну, пытаюсь потуже. Можно поменять на спицы на размер меньше. Но стянутая резинка нам, в принципе-то, и не нужна. Смотрите сами, насколько стянутую вы резинку хотите. Посмотрите по моему результату, который я вязала теми же спицами. Потом для себя решите. Так, девчули, вот я провязала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 20 рядов у меня здесь. Вот, и закрываю петли по узору. Сейчас я уже закрыла, сейчас я вам покажу просто. Припомню, напомню. То есть изнаночную я провязываю, предыдущую на нее одеваю. Если это лицевая, то провязываю лицевую и одеваю предыдущую. Можно любым вам удобным способом закрыть, конечно же, это я вам показываю то, что делаю я. А вы решайте сами. Так. Крючочек, девчонки. И крючочком я вот здесь вот
закончу это все дело. В первую цепочку смотрите от закрытия и в последнюю продеваем теперь на изнанку, и с изнанки вот по лицевой петле увожу туда вовнутрь. Так, теперь один рукав я уже связала, вот смотрите, вот, это я проверяла, все ли хорошо, несколько раз набирала петли, вот сейчас вам показываю то, что самый удобный, классный, оптимальный вариант для рукава, для ширины, вот чтобы был фонарик, и не узкий, и не широкий. Вот, я привязываю нить здесь. И теперь смотрите, что я здесь буду делать. Я буду набирать из кромочных. Набираю из кромочной. Вторая кромочная. И после двух кромочных, смотрите, я цепляю одну петлю с этой кромочной, в которой я уже есть. И одну петлю из кромочной, как бы следующей. И из этих двух петель протягиваю, вытягиваю одну еще. Значит, одна кромочная, вторая кромочная и третья петля из совместного. Сейчас еще раз покажу. А, ну, тут просто что нитки ворсистые и не очень хорошо как бы видно. Вот передняя стенка использованной кромочной и задняя стенка не использованной кромочной. Из них петля снова. Раз, два. И так по кругу. Итак, набрала я вот по кругу петли. Сейчас посчитаю, сколько у меня. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать. Девяносто петель у меня, девчонки, здесь. И я вяжу по кругу лицевыми петлями теперь рукав. Вот, вот он мой рукав, я его вяжу теперь. Так, девчоночки, рукавчик у меня сейчас провязан 66 рядов сантиметров. Сейчас объявлю вам в сантиметрах. Сантиметрах это у нас 35 сантиметров. Но это ж понятное дело, что это
что это еще без обработки. Ну и тут понятное дело, вы же должны, что вы должны мерить на себя. Итак, теперь мы будем переходить на резинку. Для этого я вот так вот провязываю по 2 петли вместе, пока я остаюсь на этих спицах, потом перейду на носочные. Носочные спицы у меня 4,5 миллиметра диаметр, и мне нужно 48 петель. 48 у меня не получится. Для этого, чтобы получилось, я считаю 1, то есть провязываю по 2 петли вместе и считаю 39 40. Здесь у нас должно быть 48, значит последняя. 1 2 3 4 4 45 46 47 48, то есть 5 последних петель я провязываю просто. Оно потеряется, девчонки, не бойтесь. Для чего я это вам все показывала? То есть число петель не обязательно должно быть 48, да, может быть 44, но у меня вот 48. Так, теперь я по 12 петель переношу на спицы. Вот эти носочные, не обязательно, вы можете в круговую продолжать вязать резинкой 2 на 2. Вот, но к чему я это говорила, что у вас ширина рукава будет, может быть, другая, может вы захотите уже рукав, да, или сузить его как-то, или расширить. То есть просто единственное, в чем загвоздка, в том, что резинка 2 на 2, и вам нужно число петель кратное 4. Вот и все, девчонки. Так что вот таким вот образом, корректируя вот эти вот сокращения там в конце, вы просто это дело исправите. 2, 3, 4, 5, 6. Ну, 4, 4 уже должно быть на другой спице. 1, 2, 3, 4. Вот он, девчонки, красавчик. Смотрим. Еще, правда, не начесан этот махер. Он вот как после вязания он есть, так и есть. Пока еще гладила, парила. Вот, что я делала с ним. Цвет вообще шикарный этот. Норка он, по-моему, называется. Цвет вообще бесподобный. Вот я, у меня редко бывает такое, как бы, чтобы цвет мне именно цвет мне шикарно, очень сильно нравился. Плечо, видите, нет у нас тут плеча, все у нас тут красиво выглядит. Вот,
Вот так вот, девчонки, сегодня вяжите простенько, но оригинально. За счет пряжи вообще получается шикарнейшая вещь. Все, а я сегодня с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.